сейчас меня уделает, наверное. Ой, что-то все меня закоротило. А, ну тебя. Ау, топлива не хватает. Давай. Он мелкий, он уже мелкий. Ёлки-палки. Синий панк меня уделал. Я отрастил себе нехилую правую руку. Давай пушку залазим. И куда? Давай вон туда. Ууу, да блин. Так. Оо, на самый верх. Нет, немножко не долез. Да что ты. Вон, смотри, бежит. Есть. А, нет, есть. В пушку заскочил. Так. На. Есть, загасили. О, я самый гигантский. Я почти 3,5 метра. Ну, правда, у меня голова была. Я бы, наверное, до 4 доставал. Вращать морфи. Ну-ка, давай посмотрим. О, да, я крут. Вот это головешка, ребят. Привет, ребята, с вами Мобики, и сегодня поиграем в новую игрушку, которая вышла только вчера. Называется она Морфи Злоу, что переводится как закон Морфия. Я не знаю, что это за Морфи у нас такое, сейчас будем разбираться. Ну, судя по трейлеру, игрушка довольно-таки прикольная в таком мексиканском стиле. Хотите разобраться с основами перед началом морфирования? Да, конечно, я бы хотел. Хотел понять, что к чему, зачем и для чего. Какой-то титан, смотри, гигантский. Это у нас трасса какая-то. Серьезно? Нам нужно добраться. Так, Басяндр, наверное. А, или это мы? Мы сейчас будем играть. Ты кто такой? Ты робот или ты не робот? Не знаю, что это за чувак у нас дрыгается. Это то ли робот, то ли какой-то мужичок в костюме робота. Хотя на робота больше похож, ну, потому что здесь как бы для тела особо места-то и нету. Привет, Морфи. Хочешь обучиться основам? Да, конечно. Я, собственно, сюда за этим и пришел. Двигай мышь, чтобы осмотреться. Отлично, теперь попробуй двигаться с помощью стрелок. Ну, окей. О, порядок теперь используй, чтобы следовать маршруту. Не забывай двигать мышь, чтобы осмотреться. А что у нас здесь? Какой-то туннель непонятный. Что нам здесь осматривается? Или коридор? Какая-то пальма странная. Короче, ребят, мы в мире роботов, но она такая игрушка на мексиканский манер. Препятствие нажми, чтобы прыгнуть. Так, а чё, я не могу запрыгнуть-то, алё? Эхо! Да не прыгается? Ноги короткие, тебе нужно отрастить ноги, чтобы прыгать выше. Серьезно? Отрастить ноги? Ладно, давай, Используй, короче, мышку, чтобы стрелять по ногам Морфи. Не понял, а как я должен... Вот по этой ноге. Небольшой босс-тром какой-то. Что это? Что это? Давай, уничтожим ноги, конец. Смотри, какой мутант у нас стал. Всякий раз, когда ты попадаешь в ноги врага, они уменьшаются, а твои растут. То же самое происходит с другими частями тела. Прикольно. Реально ноги, смотри. А чё мне... Как бы я-то не допрыгиваю еще, алё! Эй! А как мне теперь запрыгнуть туда? Может, какой-то есть обходной путь? Всякий раз, когда ты попадаешь, ноги, они уменьшаются, а твои растут. То же самое происходит с другими частями. А дайте мне еще ног! Дайте мне, пожалуйста, еще ног! Мне не хватает! Мне не хватает ног! Видимо, ребята, нужно закрыть подсказку, чтобы двигаться дальше. Когда часть тела врага достигает минимального размера, ты больше не можешь красть из нее массу. И когда какая-то часть твоего тела достигает максимального размера, ты больше не можешь красть массу для нее. Не беспокойся, ты все еще можешь наносить урон врагу, даже если не можешь красть массу. Ну а как мне запрыгнуть-то теперь, алё? У меня ноги все равно короткие. Хорошо, нажми, чтобы перепрыгнуть препятствие. Не только ноги влияют на способность твоего Морфи. Ты знаешь об этом, сыграв пару матчей. Так а как мне запрыгнуть-то? Ух ты! Крупноватое препятствие. Удерживай пробел, чтобы использовать ракету с попы. Чё это? Вот это да. Индикатор, появляющийся при ее использовании, показывает остаток топлива. Оно медленно восстанавливается после использования. Мы, ребят, за счет зажима можем выше прыгать, короче. Оу, что у нас здесь? Его будет трудно поразить. Попробуй убить его с помощью мыши. У нас, короче, ребята... Он такой мелкий. Надо ближе подойти. Малый Рассел какой-то. Оу! Что это? Ого.
Вот и слоника. У вторичного режима есть время перезарядки. Индикатор, появляющийся при использовании, показывает это время. Ты подробнее изучишь оружие, сыграв несколько матчей. Так, про несколько матчей я уже слышал. Но здесь мы, ребят, должны сражаться с другими игроками. Вот почти и все. Осталось только пройти через трубу. А мы сюда залезем? Она такая мелкая. Смотри. Но ты слишком большого размера для этого. Твой размер влияет на то, какие элементы на карте ты можешь использовать. Адаптируй стратегию под свой размер. Что у нас? Какие варианты есть? Мы можем запрыгнуть вон туда. Эй! Так, ладно. Давай, полетели. Что-то наверх-то не летится. А как мне уменьшиться? Что я должен сделать, чтобы у меня ноги-то укоротились? Я отключу твое оружие и скомандую Морфи украсть у тебя массу, чтобы пройти в трубу. Ну давай. О! Точно, смотри, в нас чувак пострелял, и мы сразу уменьшились. Что, в трубу-то мы залазим, нет? Ты почти труп. Видишь эти огоньки на спине? И появляешься шкалу здоровья. Они показывают твое здоровье. Огоньки будут мигать и пищать, когда уровень здоровья будет низким, как сейчас. Понятно. Но в трубу-то я по-прежнему что-то залезть не могу. Можно подлечиться, украв массу врагов. Сделай это сейчас. Он мне по башке, видимо, настрелял, смотри. Ну все. Мне надо же залезть в трубу. Я подлечился немного. Отлично, Морфи! Теперь залазь. О, есть, погнали. Ну, в принципе, основу я более-менее понял. Локальный мультиплеер, офлайн противники, быстрый матч, создать игру. Онлайн против ИИ. Создать игру. Играй как хочешь, в одиночку или с друзьями. Играть с соперниками со всего мира. Давай, наверное, ребята, сыграем онлайн против ИИ. Это как бы самое начало. Создать игру, погнали. Посмотрим хотя бы, что здесь нужно делать, а то я тут говорю-говорю, ничего особо интересного не происходит. Морфинг матч. Вентилятор какие. Ого! Вырасти самого большого аватара, чтобы выиграть. Они вообще абсолютно разные, смотри, чуваки. А, это команда 4 на 4. Прикольно. Так, 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 побежали, побежали. Красные против синих. О, вон, я вижу. Фига ты как скачешь. Там какие-то... О, чуть я на шипы не нарвался. Он уже труп. Давай, давай, вот этого гасим, 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 гасим. Смотри, какой я большой стал уже. Давай, убей, он уже еле живой. Он мелкий. Не, ребят, это, кстати, нам дает преимущество, потому что, когда мы при смерти находимся, мы очень мелкие. А где подмога-то, алло? Что, меня загасили, что ли? Ликвидировал меня. А где союзники-то? Там два трупака. Фух. Ладно, погнали. У меня одна рука большая, другая маленькая. Ух, прикольно, прикольно. Опс. Ну что, мы здесь наверху, наверное, потусим. Вот это меня, по-моему, Рассел уделал. У него какое-то оружие другое. Есть! Я его замочил. О, какой я тяжелый! Нет, 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 в башку тебе, на! Да что? Я головастик. Ну-ка на. Чалмерс, короче, меня загасил. Да что ты будешь делать? А у меня же масса остается, по-моему, да? Смотри, какой я. Да у этого чувака, по-моему, вообще башки нету. Так, а как он? А, у нас же, ребята, есть уск... у меня же, как она, попс-ракета или что такое? Как она называется? Обычно, ребята, вот это прицеливание, но мы здесь что-то не прицеливаемся, а мы стреляем. Вон там чувак покатился кубарем. Так, так, так. Ну, да, чё он? Он, наверное, гранат все-таки меня пошмальнул. Вот это да, ребята. Вот это разборки. Кто у нас побеждает-то? Ой, а я вообще без рук. Ух, ребят, смотри, какая у меня одна рука. Вон, да, в того головасика давай. Головасик. Окей. Загасили. Кого-то загасили. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здоров, мужик. Здоров, мужик. На-на-на-на-на. Рассел. Рассел. Есть. Готов. Готов, Рассел. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ау! Пипец. Посторожнее с этим. Ну, понятно. Где указывается, кто сколько врагов замочил? Или это не важно? Здесь мы как бы команда на команду. А оружие у нас разное ли? Ну-ка, стопы. Стопэ, мужик! Есть! Уделали.
А чё всё искрится? Чё-то меня каким-то током шарахнуло. Гранаты, гранаты. Убейся. Есть, развалили. Круто. Чё это такое? Чё оно искрит? Какая-то непонятная. Большой мэнни. Нам, видимо, туда не надо. Так, давай, давай, летим, 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 летим. Опа, вот я, а вот я где-то наверху. А, да что опять? Короче, он меня закоротил, ребята. Здесь, оказывается, еще разное оружие есть. Да, смотри, у противников разные стволы. Как мне поменять оружие? Ну что, у меня... Руки практически симметричные. Давай, 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 гаси, 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 гаси. Все равно мне заискрил. Есть, короче, мы гранату когда кидаем, shift у нас что-то не ускоряемся мы ни разу. Давай из этого, давай, 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 давай. Давай, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Рассел, Рассел, не надо, не надо, я знаю, ты меня сейчас замочишь. Небольшой, небольшой. Так, и вот этого давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Куда поскакал? А я сюда уже не пролажу, елки-палки. Не, нормальное укрытие я себе нашел. Есть, завалили. Круто. Вентиляторы. Вентиляторы мне не надо. О, что это за веревка такая? Я большой. Что происходит? Где враги? Где враги? Вон они. О, опять меня закоротило. Ну-ка, ушли от меня. Давай, 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 есть. Готово. У-у-у, какой я гигантский. Эти все меньше и меньше. Давай, 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 чуть-чуть осталось же. Ну, эй, да где ж вы есть-то, елки-палки. Что-то я пока не понимаю, мы выигрываем или мы проигрываем? Мы, ребят, все трупы. Ремонтируемся, чуваки. Ой, моя головешка что-то очень маленькая стала. Попные двигатели. Я, наверное, сверху буду снайперить потихоньку. Вон того давай, с большой башкой. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Он пытается, смотри, меня закоротить. Есть. Загасили. Вон того давай. Ну-ка, убейся. А, попал. Короче, меня, ребят, коротит. Меня прям коротит нормально так. Мелкого. Давай. Ну. Что, может, синий где-то тут? Карты нету. У нас, ребята, есть счет. Украдены массы. 1600. Я самый крутой, ребят, варюга массы. Но мы играем с ботами, то есть у нас в команде боты, плюс мы бьемся против ботов. Давай, есть, завалили. Вон того теперь, давай, синенького. На-н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 а-
Так. О, моя башка! А, где моя голова? Блин, ребятки, вот это жесть. Что тут происходит? Мы победили! Ну, а тебе в бубен. Вы видели, ребят, мою голову? Он мне в голову стрелял. Видимо, голова у меня была слишком большая. Мы получаем какие-то награды. Смотри, какая голова. Это прикол. Ну, правда, ребят, матч что-то очень долгий. Сделали бы них покороче немножко, было бы круто. Продолжительность очень большая, ребят. А как мне оружие посмотреть? Показать статистику. Вид морфи. Давай посмотрим. Вид морфи. О, я самый гигантский. Я почти 3,5 метра. Ну, правда, у меня голова была. Я бы, наверное, до 4 доставал. Вращать морфи. Ну-ка, давай посмотрим. О, да, я крут. Вот это головешка, ребят. Ну что ж, ребятки, погнали, разгоняем в онлайн. Мне кажется, я уже готов. С ботами у меня, в принципе, нормально все получилось. Мне просто интересно, как много игроков у нас будет. Игра не так давно вышла. Играть с соперниками со всего мира. Погнали. Морфинг матч. Кради массу врагов, чтобы растить свою морфи. Короче, не позволяй красть. Это же карта. Тут уже, смотри, одноглазый какой-то чувак. 3-3 в онлайне. Ладно, я нубище, чуваки. О, пушка какая-то, смотри. А я тоже хочу. Блин. Оп. Нет, это, по-моему, другая карта. Это другая карта. Вон там, я видел синих. Где-то синие вон там. Я что-то по крышам тут лажу.
А во, гаси, 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 гаси. Давай, 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 давай. О, башка у меня. Оо, к нам зашли. Что это за, что это за пятна, ребят? Может, это какая-то клякса вон у чувака? Может, у него какое-то оружие такое есть? Это что за кнопка? О, это ловушки. Ёлы-палы. Так, а тут у нас что? А, тут у нас подъемник наверх. Ну окей, погнали. Погнали, погнали, погнали. Да где они ныкаются-то? А вон они. Сейчас меня уделает, наверное. Ой, что-то все меня закоротило, закоротило. А, ну тебе. Топлива не хватает. Давай, 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 давай. Он мелкий, он уже мелкий. Ёлки-палки. Синий панк меня уделал. Ладно, погнали. А, пятиминутный бой. Мне кажется, это долго. Ну ладно. Я отрастил себе нехилую правую руку. Давай пушку залазим. И куда? И куда? Давай вон туда. Ууу, да блин. Так, так, так. Так, так, так. Оооо, на самый верх. Нет, немножко не долез. Да что ты. Вон вражины бегают. Ах, промазал. Ага, вон, смотри, бежит. Есть. А, нет, нет, есть. В пушку заскочил. Так, 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 на-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 на. Ей, загасили. Ух-ух-ух. Главное не улететь с карты вообще. Ну что, нас трое. А, нас двое, вот сейчас трое. Здесь у нас 3-3. Что это за красные пятна? Чувак, красные пятна какие-то кидаешь. Какая-то способность, видимо. Блин. Какой щит у него? Так нечестно. Ну-ка, выходи давай. Какое-то ускорение, ребят. Давай. Вау! Вау! Валим, 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 валим. Не, загасили. Загасили, загасили. Где, 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 где? Чё, я гигантский. Чё, сейчас на меня расстреливают. Краски, краски зачем-то, я не знаю. А, ну хпшку дают. О, крутая у тебя способность, чувак. Так, вон он, где-то я видел синего. Вон он. Есть, я уделал, круто. Где-то опять искрит, смотри. О, мелкий, мелкий, мелкий. Давай, 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 уделаем, уделаем чувака. Есть, готово, я снова его замочил, круто. Красные пятнышки, это хорошо. Хилимся, хилимся, хилимся. О-о-о-о. Че, у меня все здоровье заполнилось. Мы, короче, к ним не идем. Они в основном к нам в гости ходят. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Есть, я снова его загасил. Блин, я прям профи. Где-то вон за углом ныкается. Давай, 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 давай. Эх, спрятался. Спрятался, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, чуваки. Я уменьшаюсь! Нет! Нет! Давай, ныряй отсюда! Вау! Давай, 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 скачем, поскакали! Чуваки, чуваки! Блин! Все, удел. Спасибо, мужик. Подкинемся немного. Он там забегал. Забегал чудик. Наверху. Все, делали? Что-то, короче, ребят, когда я гранаты кидаю, мне кажется, у нас чувачок не растет. Вон он синий. Да что? Могу попасть. Эти пятна нас ускоряют, а кнопочку. О, обходим кнопочку! Где там, где там, где там, где там? Где там? Что там?
Я смотри где. На колокол почти залетел. 29 секунд. Так где все-то? Они, наверное, опять к нам в гости пришли. Я не вижу, а вон он. Блин. Егор. Хе-хе-хе, Егор. Ну что, кто победил? Сейчас посмотрим. Ого! Ну что, силы не равны? Получай в бубен. Победа! Есть, ребят, мы победили! Чувак голову потерял. Вы выросли на один уровень! Крутяк! Мы получили что? Теперь у тебя есть доступ к плагинам Морфи. Перейди в меню части и плагины в своем профиле, чтобы узнать об этом больше. И какая-то пушка у нас разблокировалась, смотри. Новая часть оружия, скользкие брызги. Это, наверное, те самые, эти, как они? О, у нас, ребят, пиньята появилась. Давайте скроем, я хочу на пиньяту посмотреть. Где у нас пиньята? Вот она. Вот она, пиньятка. Пиньята, ребята, у нас похожа на Гринча чем-то. Ему не хватает тут несколько волосин, а так, в принципе, вылитый Гринч. Ну и, правда, не зеленого цвета. Давай, наверное, по пиньяте мы подолгим, посмотрим, что у нас там внутри. Три карты. Что это? Вступительная поза. Ой, что-то я шею типа чешу, что ли, не знаю. Тело. Обычные. Окей, оранжевое тело такое, смотри, какое мы выиграли. И лицо. Обычные. С каким-то хохолком. Ну окей, готово. Ну что, ребят, на этом мы сегодня и закончим. Вот такая вот игрушка. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, и мы обязательно продолжим. Ну а на этом сегодня все. С вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.